Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова, и сегодня хочу вам показать квартиру планировки 1+1. Это у нас самая ходовая планировка. Квартира находится на высоком 7-м этаже. Она уже обставлена. И сейчас я вас приглашаю пройти полюбоваться этой квартирой. Ну что ж, друзья, войдя в квартиру, мы с вами попадаем в прихожую зону. Это у нас входная дверь, и у нас налево практически сразу начинается кухонный гарнитур, а направо общий санузел. Здесь у нас есть душевая кабинка, естественно, инсталляция и умывальник с зеркалом. Давайте теперь приступим к осмотру нашего кухонного гарнитура. Давайте теперь осмотрим наш кухонный гарнитур. Он у нас П-образной формы, как вы видите. Столешни выполнены из мраморной крошки. Так как у нас квартира продается с обстановкой, я перечислю, что у нас входит. Здесь у нас хороший холодильник фирмы Арчелик имеется. Есть посудомоечная машинка, варочная поверхность, вытяжка, а также духовой шкаф. Вот такой вот остров с четырьмя стульями разделяет кухонную зону от нашей зоны отдыха. И теперь давайте рассмотрим зону отдыха. Угловой раскладывающийся диван такого приятного цвета зеленого у нас есть в этом случае. Окно у нас смотрит на северную сторону, на наши горы Тарос. Есть у нас телевизор, также имеется кондиционер фирмы Арчелик. И также кресло. Оно не раскладывается, но, похоже, очень уютное. В данном случае наш балкон удлиненной формы объединяет как наш салон, так и нашу спальную комнату. Смотрит он на северную сторону. И что мы видим отсюда? Мы видим место рынка, то есть буквально выйти из комплекса, и уже у нас будет рынок по средам. Также у нас до ближайшего дома здесь около, наверное, 70 метров, приличное расстояние. Прекрасно видно горы, вообще очень красивенько, все чистенько. Здесь у нас вот по правую руку от меня будет разбит городской парк. Будет очень тоже приятная зеленая территория. Наша спальная комната около 11 квадратных метров. Здесь у нас есть двухспальная кровать, а также трюмо с зеркалом и вот небольшой шкафчик. Вообще вся мебель в квартире очень чистая. Спасибо хозяюшке, все очень чисто. Вся квартира прям блестит. А окно в этой комнате у нас так же, как и вся квартира, смотрит на северную сторону. Ну что ж, друзья, осмотрев квартиру, какие выводы мы с вами можем сделать? Да, ликвидный этаж, да, у нас большая просторная квартира. Сейчас современные проекты 1+1, к сожалению, не могут этим похвастаться. Что касается обстановки этой квартиры, она полностью вся чистенькая, свеженькая. Все находится в отличном состоянии. Что касается самого комплекса, комплекс у нас имеет полную инфраструктуру. Здесь у нас есть взрослые детские бассейны, беседки, детская площадка, генератор полный имеется, парковочных мест достаточно. Сам он находится в очень хорошем месте в микрорайоне Дениса. Здесь у нас можно получать россиянам и украинцам туристический ВНЖ по этой квартире. До моря здесь у нас около 150 метров. Также хочу отметить, что здесь у нас вход в море песчаный, пологий, как надо, в общем. До остановки общественного транспорта тоже буквально выйти из комплекса, и уже можно сесть на автобус, уехать в любую точку Мерсина. Ближайшие магазины А101 находятся буквально в 100 метрах от него. В общем, сплошные плюсы, я бы сказала. Есть небольшой минус, то, что квартира смотрит на северную сторону, но, с другой стороны, это плюс для тех, кто хочет приезжать на лето, например, потому что в ней всегда свежо. Ну что ж, друзья, техническая информация, как и ценовая политика по этой квартире, будет представлена в инфобоксе под видео. На этом я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч!